хоровом фестивале «Величаем праведного Павла Таганрогского», организованном администрацией города и Таганрогским благочинием Ростовской-на-Дону епархии, приняли участие 14 хоровых коллективов. Открыл программу фестиваля женский хор Регенско-Певческого отделения Донской духовной семинарии под руководством Екатерины Ефименко. Затем к участникам и гостям фестиваля обратился глава администрации Таганрога Андрей Фатеев. Для Таганрога, который часто называют культурной столицей Дона, такую страничку духовной культурной жизни города открывает, конечно, наш святой Павел Таганрогский. И, наверное, эта духовная, эта культурная страница не могла не преобразоваться вот в такой замечательный хоровой фестиваль. Уверен, что сегодня исполнители порадуют нас и знакомыми, и, может быть, какими-то новыми произведениями в их репертуаре. Я желаю вам хороших новых эмоций, конечно, побольше таких духовных, светлых моментов, которые вы вынесете после этого замечательного очередного фестиваля. Спасибо, всех с праздником! Епископ Таганрогский Артемий зачитал приветствие главы Донской митрополии, митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия. Сердечно желаю всем устроителям и участникам фестиваля всеукрепляющей помощи Божией и непреходящей духовной радости во Христе воскресшем. Божие благословение да пребывает со всеми вами. Очень отрадно, что в этом году среди участников фестиваля было много детских хоровых коллективов. Хор «Элегия» детской музыкальной школы имени Абузарова под руководством Ирины Иваничевой. Старший хор отделения «Виктория» детской музыкальной школы имени Чайковского под руководством Елены Витер. Хор старших классов «Весенние голоса» детской музыкальной школы имени Чайковского, руководитель Анастасия Леонова. Хор хорового отделения «Рассвет» музыкальной школы имени Абузарова, руководитель Яна Старовойтова. Хорового отделения «Мечта» Таганрогской детской школы искусств под руководством Ольги Русановой. Воскресной школы «Благовест» храма преподобного Сергия Радонежского, руководитель Ирина Мещенко. Таганрогский музыкальный колледж на фестивале представляли два коллектива. Академический хор, художественный руководитель Лариса Терентьева. И хор вокального отделения, художественный руководитель, заслуженный работник культуры Российской Федерации Алексей Логинов. Камерный хор
Таганрогского института имени Антона Павловича Чехова под руководством заслуженного работника культуры Российской Федерации профессора Маргариты Кривсун. Кроме духовных песнопений, участники фестиваля исполняли произведения Бородина, Чайковского, Рахманинова, русские народные песни и песни о России. А единственный среди участников церковный хор Свято-Елинского храма Таганрога под руководством Ольги Пересечанской, который почти полностью состоит из прихожан храма, представил на суд зрителей песнопение на греческом языке. С удовольствием слушали зрители выступления постоянного участника хорового фестиваля муниципального камерного хора «ЛИК», художественный руководитель, заслуженный работник культуры Российской Федерации Алексей Логинов. В исполнении прославленного коллектива среди других произведений прозвучала молитва праведному Павлу Таганрогскому. Завершали хоровой фестиваль «Величаем праведного Павла Таганрогского» сводный женский хор Таганрога под управлением заслуженного работника культуры Российской Федерации Алексея Логинова. Почетный гость фестиваля – Большой Митрополичий хор Духовенства Ростовской-на-Дону епархии, руководитель протодиакон Владимир Зубрицкий. Зрители, заполнившие зал Дома культуры «Фестивальный», благодарили участников концерта криками «Браво!» и продолжительными аплодисментами.